Здравствуйте, на канале ГРТ Новости. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. В Камрате в результате пожара пострадал обувной магазин. Управление образования Гагаузии совместно с ОК ГРТ проводит конкурс по продвижению гагаузского языка. В историко-краеведческом музее города Камрата прошло мероприятие, посвященное 29-й годовщине со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии. В Камрате по улице Победа произошел пожар в коммерческом здании рядом с центром здоровья. На тушение возгорания потребовалось несколько часов. Из-за большого задымления пожарные долгое время не могли добраться до очага возгорания. По предварительным данным, произошел пожар на складе с товаром. Мария Статова узнавала подробности. Густой темный дым в результате пожара охватил двухэтажное коммерческое здание неподалеку от центра здоровья Камрата. В нем располагаются аптека, обувной и вещевой магазин, салон красоты, офис нотариуса и другие помещения. Очевидцами стали люди, работающие поблизости, и прохожие. Пожар начался внезапно, буквально за 3-4 минуты вспыхнул. Я думаю, что это проводка. Сначала выключили свет, и потом, как дым разгорался, короче, пошел запах, и все поняли, что... Вы здесь работаете? Да, в аптеке, да. То есть... Пожарная приехала, как бы за 10 минут приехала, но уже полчаса больше не могут потушить. Не знаю, вторая бригада тоже приехала. И все, что смогли, собрали с собой и выскочили на улицу. Валил дым, и все, вот это мы стали собираться в этом замторгуе. И все, мы отошли в сторону. Дальше приехала пожарная уже. Сообщение о пожаре поступило в 10 часов утра. На место незамедлительно выехали два отряда пожарных. Об этом сообщил заместитель командира отряда спасателей пожарных Федор Чебан. По первым признакам было, во-первых, большое задымление и сложно было найти очаг пожара. В конечном итоге, когда нашли очаг пожара, оказалось, что там горят, во-первых, было большое задымление. И оказалось, что там горят обувь из резиновых изделий. То есть была большая горючая нагрузка. Пока рано говорить даже о предварительной причине. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить во время расследования, подчеркнул Федор Чебан. Причина может быть установлена только в том случае, когда произойдет разборка всех конструкций, всех вещей, которые пострадали, материальных ценностей, и уже по итогу проведено окончательный осмотр места происшествия с доступом во все, скажем так, части, откуда мог возникнуть пожар. Пострадал только первый этаж и помещение, где располагался магазин обуви. Ну и рядом магазин вещей. Это первый этаж. Площадь где-то около 40 квадратов. Большое задымление значительно осложняло работу пожарных и спасателей. Локализовать пожар удалось в течение полутора часов. А в результате возгорания никто не пострадал. Мария Статова, Григорий Ставилов, Ирина Резунец. Новости ГРТ. 21 декабря спикер НСГ Дмитрий Константинов сообщил, что у него в 7 часов утра прошли обыски в ответ на запросы СМИ, в связи с чем они проведены. Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что прокуратура Гагаузии совместно с управлением полиции, инспекцией полиции Камрата при поддержке батальона специального назначения «Фулджер» и сотрудников технического центра уголовно-судебной экспертизы провела обыски в рамках уголовного дела по факту умышленного использования лицом, управляющим коммерческой организацией, имущества организации в интересах третьих лиц. В ходе уголовных расследований, проведенных по 6 адресам, были изъяты документы, ноутбуки, мобильные телефоны. Муниципальный совет на заседании 22 декабря принял бюджет Камрата на 2024 год в первом чтении. Доходные и расходные части составили около 120 миллионов леев, на 14% больше показателей 2023 года. Примар Сергей Анастасов рассказал об основных изменениях главного финансового документа города. Незначительно были повышены налоги, ну, по сравнению с тем, что
растет вокруг, и все цены растут, то там практически ничего. Цены на воду остались также в таком же, никто их не затрагивал, и они невысокие. Ну и в основном у нас бюджет принимается с учетом роста заработных плат в бюджетной сфере, потому что это очень повлияло на наш бюджет города. Несмотря на то, что 121 миллион лей принят бюджет, то на развитие нашего города остается очень мало средств, практически столько же, как и в 2016-2017 году, хотя все подорожало. Но в любом случае мы, кроме бюджетных средств, привлекаем еще и грантовые средства. Работаем, и работы города будут продолжаться, как они шли все эти 8 лет. Не будем мы останавливаться и по строительству тех же дорог, канализации. На следующий год у нас уже есть выигранные проекты в районе Танка, в районе Туканяски, проекты по строительству канализационных сетей. Продолжатся работы по строительству канализационных сетей за Елпугом. Ну, естественно, что не меньше 5-8 километров дорог в асфальте также будут построены. Поэтому, в принципе, особых огромных изменений нет, но в любом случае надо бюджет принимать и работать дальше. В лице имени Дмитрия Карачубана торжественно отметили 29-летие принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии. Ученики и их наставники собрались в актовом зале, чтобы отпраздновать и вспомнить веху в истории гагаузов. С подробностями Екатерина Михайлова. Особый статус Гагаузии подчеркивает важность культурного многообразия в стране. В ходе учебных занятий в теоретическом лицее имени Карачубана в Камрате поднимаются темы демократии, гагаузской идентичности и гражданской ответственности. По словам директора лицея Марии Ангеловой, не только на уроках призывают к сохранению и уважению культурного наследия. Мы постарались, чтобы это было немножко шире, чем обычно, красочнее, ярче. У нас гости такого уровня редко бывают. У нас постоянно проводятся мероприятия как регионального масштаба. И мы во всех участвуем, поддерживаем традиции, так у нас есть и свои. Вот, например, в этом году у нас прошел замечательный фестиваль. Я считаю, что замечательный, потому что мы провели фестиваль, можно сказать, дружбы народов, где все дети, которые были у нас национальностей разных, они рассказывали о культуре своего народа. А сегодня о культуре и традициях гагаузов в стихах, песнях и танцах. И еще в гостеприимстве. Так с хлебом-солью встречают почетных гостей. Сегодня в лицее праздник. Глава Гагаузии Евгения Гуцул подчеркнула значимость и торжественность праздничной даты, когда принимался закон об особом правовом статусе Гагаузии. Дата принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии значимый и важный для всех нас день. Я счастлива, что Гагаузия моя родина, мой родной дом. Я рада, что могу быть полезна нашим жителям. Я благодарна вам за этот теплый прием. Мне приятно быть у вас в гостях. Уверена, что вы станете достойными представителями Гагаузии и будете делать все для ее развития. Я хочу, чтобы мы все вместе развивали наш язык. Я каждый день стараюсь учить новые слова. Знаете, без языка не будет и народа. Поэтому призываю развивать наш язык, и пусть наша Гагаузия процветает. В теоретическом лицее имени Дмитрия Карачубана в Камрате сегодня учащимся предоставляют возможность лучше понять и полюбить свою культуру. День 23 декабря является моментом единения гагаузского народа и большим достижением. Молодые люди с гордостью сегодня говорят об этом. В стенах нашего учебного заведения всегда, каждый год мы празднуем годовщину нашей Гагаузии. Этот праздник очень важен для нас, для наших учителей гагаузского языка. Мы всегда о нем рассказываем. В этом году Гагаузии исполнилось 29 лет. В следующем году у Гагаузии будет большой праздник, большая годовщина, 30 лет со дня ее образования. 29 лет – это, как можно сказать, большая дата, и можно сказать, что мы к ней очень хорошо подготовились. Мне кажется, мы, как молодое поколение, должны беречь, сохранять нашу Гагаузию. Во всех учебных заведениях и детских садах Гагаузии в преддверии 29-й годовщины образования гагаузьерей прошли праздничные мероприятия, в которых подчеркивалась важность сохранения и развития уникальной идентичности гагаузов. Екатерина Михайлова, Григорий Ставилов, Мария Казаку. Новости ГРТ.
В историко-краеведческом музее муниципия Камрад прошло мероприятие, приуроченное к 29-й годовщине со дня принятия закона об особом правом статусе Гагаузии и Гагауз-Яри. Люди, стоявшие у истоков создания Гагаузии, рассказывали о тех событиях. Если бы не было Гагаузской республики, не было бы и автономии. Такое мнение высказали участники мероприятия в музее Камрата. Активист и участник движения Гагауз Халка Федор Кирович говорит, что интеллигенция предпринимала попытки защищать интересы и права гагаузского народа. Это делали постепенно, так как возникали трудности. Те годы лихие. Ведь сразу не было ни Гагаузской республики, не было. И тем более и автономии не было сразу. А были... Те шаги делались, которые именно были направлены для того, чтобы гагаузский народ тоже себя вкупе с другими народами тоже был народом. Вот такая основная была задача. Естественно, этому предшествовал дискуссионный клуб в Камрате, когда делались первые шаги. Это дискуссионный клуб потом превратился... Народное движение Гагауз Халка. В те времена, когда начали говорить о правах гагаузского народа, жители автономии удостоверились в своей правоте и начали их защищать, рассказал еще один активист движения Гагауз Халка Иван Трынко. Радовало тогда, когда весь народ вставал Гагаузии, даже независимо по национальным вопросам и вероисповеданию. Но все поняли и осознали о том, что надо выйти и громко кричать, что мы народ, а мы не этнос. И этим мы взяли дружность, взяли и получили автономию. Свой статус автономия получила после того, как кишиневские власти удостоверились, что гагаузский народ тверд в своих принципах и целях и не хочет терять свои корни, традиции и обычаи, говорит экс-депутат Народного собрания Гагаузии Николай Димитрогла. Закон был необходим для гагаузского автономии. Для того, чтобы действительно нас, наша государственность узнала вся Европа, и не только Европа, и мир. Потому что то, что и было создано, то, что и сделали действительно в самом деле, что узнали, что есть такой народ, гагауз, и создана такая государственность гагаузской автономии. Участники мероприятия вспомнили времена, когда они, будучи активистами, прилагали усилия для того, чтобы Гагаузская республика образовалась, а автономия получила особо правовой статус. Они считают, что необходимо защищать статус автономии. Главное управление образования Гагаузии с 15 декабря по 15 января проводит региональный конкурс «Гагаузсун Лафети Гагауща» и приглашает для участия всех желающих, независимо от возраста и места проживания. Тему продолжит наш корреспондент Алена Тарзи. Конкурс разработан в соответствии с законом АТО Гагаузии о расширении сферы применения гагаузского языка. Его главная цель – популяризация и продвижение гагаузского языка среди детей школьного возраста и их родителей. Партнером Главного управления образования Гагаузии выступает общественная компания «Гагаузия Радиотелевизиону». Конкурс ориентирован на популяризацию и продвижение гагаузского языка среди жителей автономии. Мы убеждены, что наше сотрудничество с Главным управлением образования позволит вовлечь широкую аудиторию, включая и молодежь, и стимулировать к активному использованию гагаузского языка в повседневной жизни. Ну, а общественная компания «Гагаузи Радио Телевизиону» берет на себя следующие обязанности. Это оказание всецелой информационной поддержки, подготовка новостных сюжетов, обеспечение прямой трансляции регионального конкурса, ну и ряд мероприятий, о которых мы пока еще не будем раскрывать скобки. Подключайтесь, принимайте участие. Это важно, когда в Гагаузии говорят на гагаузском языке. За последние годы сохранению и развитию гагаузского языка в общеобразовательных учреждениях региона уделяется большое внимание. Однако в этом процессе должны принимать участие и родители, отметила начальник Главного управления образования Гагаузии Наталья Кристева. Нам нужна еще помощь родителей. Нам нужно, чтобы к этому процессу подключалась наша молодежь, чтобы гагаузский язык активно использовался молодежью, обществом в повседневной жизни, чтобы у наших людей росло самосознание и понимание своей собственной идентичности.
Для участия необходимо направить видеоролик на электронный адрес lafetgagauscha@gmail.com. Тема письма – конкурс «Гагауссун Лафет Гагаусча». Также необходимо указать фамилию, имя, отчество участников и возраст. Контакты, домашний адрес, e-mail адрес, номер мобильного телефона. Мы предлагаем снять такой мотивационный ролик, в котором бы они высказались о том, почему важно, почему нужно использовать свой родной язык. Это может быть диалог, это может быть монолог рассуждения, это может быть интервью, это может быть какая-то личная история, это может быть какой-то информационно-развлекательный жанр, это может быть вообще социальная реклама, такой социальный рекламный ролик. Главное, что он должен вдохновить, мотивировать подрастающее поколение, молодых родителей и немолодых родителей, а мотивировать на то, чтобы они использовали в повседневной речи в семьях гагаузский язык. Победителем конкурса «Гагауссун Лафет Гагаусча» станет участник, набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам оценок компетентного жюри. Победителя ждет денежная премия в размере 5000 леев. Участникам, занявшим второе и третье призовое место, присуждается денежная премия в размере 4000 леев и 3000 леев соответственно. Церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса «Гагауссун Лафет Гагаусча» будет транслироваться в эфире общественной компании «Гагаузия Радиотелевизиону». Также будут записаны программы с победителями конкурса. Алена Терзи, Владислав Табачук, Александр Глеков, Алексей Герчу, ГРТ Новости. В Кишине стартовали курсы по изучению гагаузского языка для детей от 7 до 12 лет. Занятия бесплатные и проходят они в библиотеке имени Михаила Чекера. Подробности у Светланы Димитрогла. Проходят курсы по гагаузскому языку в библиотеке имени Михаила Чекера в Кишиневе. Обучение организовано в игровой форме. Преподают уроки молодые специалисты. Проект инициирован и реализуется под эгидой гагаузского сообщества «Гагауз-Еви». Идея принадлежит его руководителю Роману Калак. Мы изначально решили, что мы создадим атмосферу дружественную в игровой форме, чтобы дети воспринимали это не как урок, а как встречу с друзьями, как приятное времяпрепровождение. Дети ходят с удовольствием. Первые два занятия по изучению гагаузского языка прошли в декабре. Дети из гагаузских семей, проживающих в Кишиневе, стали первыми учащимися курсов. Есть вот эта тоска по гагаузскому языку, по гагаузским каким-то обычаям, еде, танцам, песням. И, конечно, одно из самых важных – это продолжение нашего рода. Основная задача организаторов проекта – заинтересовать детей изучать родной язык. Для этого есть дидактический материал. В этом вопросе нам помогает научно-исследовательский центр «Маруневич». Они нам предоставили весь необходимый материал для этого. Курсы по изучению гагаузского языка проводятся бесплатно. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, Алексей Герчу. Новости ГРТ. С чего начинается родина? С первого слова на родном языке. С любви к семье и своему народу. А еще родина начинается с детского сада, где в детях воспитывают дух патриотизма. В канун 29-й годовщины гагаузской автономии во всех дошкольных учреждениях прошли тематические утренники. Наш корреспондент Марина Топал посетила 6-й детский сад «Улыбка» муниципия Камрад. Тематический утренник в детском саду «Улыбка» муниципия Камрад стал настоящим путеводителем в историю и культуру Гагаузии. Стихи, песни и танцы звучали на гагаузском языке, наполняя воздух теплом и праздничным настроением. У Гагаузии прекрасное будущее. В это веришь, услышав, как дети свободно говорят на родном гагаузском языке. Я сын автономия мыс, я сын халк мыс.
Такие мероприятия, как утренники и занятия в детских садах, играют ключевую роль в формировании любви к родине и стремления сохранить ее культурное наследие, отмечает педагог гагаузского языка Анна Павалаки. Прививаем любовь к родине, к обычаям гагаузского народа и стараемся, чтобы дети учили говорить на родном языке. Наши дети детского сада, у них есть большое желание учить этот язык. И думаю, сегодняшний праздник будет еще больше стимулировать наших детей изучать на родной язык. Этот утренник, посвященный 29-й годовщине со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии, стал ярким примером того, как образование и культурное воспитание сливаются воедино, создавая устойчивый фундамент для будущего поколения. Дети очень любят гагаузский язык. Наши педагоги стараются прививать любовь к родному языку, расширять этот язык, углублять его. Данные мероприятия прививают детям любовь к родине, любовь к родному краю. И мы очень благодарны, что и все преподаватели, все родители принимают участие в таких мероприятиях. А вы видите, какие сегодня радостные, счастливые лица детей. Занятия в детских садах и праздничные утренники, посвященные гагаузской автономии, вот с чего начинается родина. Любовь к родным местам, гордость за свой народ и желание сохранить и приумножить то, что было создано на протяжении долгих лет. Марина Топал, Влад Табачук, Ирина Резунец, новости ГРТ. Двадцать 23 декабря в Гагаузии отметят 29-летие со дня образования автономии. Организационный комитет Народного собрания запланировал проведение ряда праздничных мероприятий, приуроченных к этой дате. 23 декабря с 10:30 до 11 часов участники мероприятия могут возложить цветы на Аллее Славы. С 11 до 12 часов пройдет торжественное заседание Народного собрания, после чего запланирован праздничный концерт. Члены оргкомитета список участников и приглашенных уже утвердили. Закон об особом правовом статусе АТО Гагаузии был принят 23 декабря 1994 года и наделил регион правами автономии. Три понедельника подряд, 25 декабря, 1 и 8 января, объявлены нерабочими днями в связи с празднованием Нового года и Рождества по новому и старому стилю. У школьников и студентов каникулы будут длиться две недели – с 23 декабря по 8 января. На этой неделе учащимся в школах рассказали о правилах безопасности во время каникул. Кроме этого, прошли мероприятия в рамках зимних праздников. На каникулы уходят только учащиеся начальных и средних школ. Детские сады продолжат работать, кроме праздничных дней, как и учреждения внешкольного образования. В завершение выпуска о погоде. В Гагаузии ожидается малооблачная погода. Пройдет небольшой снег с дождем. Ветер от 4 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в Камрате днем составит плюс 4, ночью 0 градусов. В Чадырлунге днем плюс 3 градуса по Цельсию, ночью 0 градусов. В Улканештах днем плюс 3 градуса по Цельсию, ночью 0 градусов. Это были новости на канале ГРТ. Смотрите и читайте нас на сайте ГРТ.МД, в YouTube-канале, в Telegram-канале и в Фейсбуке. Оставайтесь с нами, только хороших новостей!